Я знала, что ты придешь. Он ждет тебя, Анджело. Я не мог вырваться раньше. Как он? Ты приехал вовремя. Все в руках Божьих. Эдуардо, Анджело пришел. Папа, это я, Анджело. Мой сын. Папа, скажи, что я должен сделать? Как помочь? Приблизься. Еще. Паршивец! Бездельник! Папа, ну за что? Гангстер! Грабишь, воруешь, людей убиваешь. Ты позор всей нашей семьи, бесстыдник. Прости, папа, но как мне с тобой помириться? Теперь ты хочешь помириться со своим папой? Хочешь, чтобы я умер счастливым? Конечно, хочу, папа. Так ты ждешь моей смерти, скотина? Папа, что ты? Анджело, дай мне одно обещание. Говори, я все сделаю. Поклянись перед семьей, перед Падре Клементе, перед Иисусом Христом, перед Мадонной. В чем? Поклянись, что ты бросишь свои делишки и будешь честным человеком. Но, папа... Падре Клемент. Не волнуйтесь, я здесь. Дай рядом свою руку. Обещай. Ладно, папа. Раз ты этого хочешь, так и будет. Я обещаю. Я готов. Господи. Чтоб не забыл своего обещания. Touch Stone Pictures и Silver Screen представляют. Сильвестра Сталлоне в фильме «Оскар». Совместное производство Понти Веккио и Лэндис Бельцберг. В ролях в порядке появления на экране: Питер Ригерт и Час Палминтери, Джоуи Траволта и Пол Греко, Ричард Фаронджи и Ивона де Карло, Дон Амиче и Ричард Романус, Эдди Брекен и Эрлин Соркин, Тони Мунафо и Роберт Лессер, Арт Лафлор и Кертвуд Смит, Винсент Спано и Джоселин О'Брайен, Мариза Томей и Мартин Ферреро, Гарри Шерер и Уильям Атертон. Фигаро, Марк Меткалф и Кен Говард, Сэм Чуи и Элизабет Барондес, Орнелла Мутти и Тим Карри, Кей Вулф и Линда Грей. Композитор Элмер Бернстайн. Фигаро, сон куа, ай, Фигаро,
Художник Билл Кеннон. Оператор Марк Олберг. По пьесе Клода Манье. Авторы сценария Майкл Барри и Джим Малхолланд. Продюсер Лесли Бельцберг. Режиссер Джон Лэндис. Браво! Месяц спустя. Число безработных достигло 4 миллионов человек. Банки продолжают разоряться. Смотри и трепещи. Сам трепещи. Я думал, ты блефовал. Ну что за шум? Разбудите воса. Хватит развлекаться. Казино закрывается. Эй, читатель, займись-ка дыней. Да, да, да. Сейчас же. У босса великий день. Помните? Да, теперь будет честным банкиром. Ничего из этого не выйдет. Ну, какой из него банкир, спрашивается? Банковское дело? Это не для щелкуна, это всего лишь трюк. Нет, не трюк. Бумаги будут оформлены к полудню. О, боже, как там мои булочки? Ты все выдумываешь, Пятерка, признайся. Что вы, никакие это не выдумки, мистер Вендетти. И еще что важнее, это случится сегодня точно, да. Так я и знал, он спелся с бандой О'Бейнена. Не дергайся, дорогой. О'Бейнен? Да, да, точно, именно так. Я слышал, это имя от... Да что этот стукач знает? Позвольте, я платный информатор. Это почетная профессия. Нельзя ли получить свою пятерочку, мистер Вендетти? Ха. Дай ему 20. Это задаток. Будь всегда на чеку. Я и так всегда на чеку. Спасибо, мистер Вендетти. Спасибо. Спасибо. Я знал, что он просто затаился, но провал он на нас не надует. Хорошо, а что с ним делать? Вспомни, Фрэнк, 11-ю заповедь. Убери ближнего, пока он не убрал тебя. Я закончила, дорогой. Что-нибудь еще желаешь? А кладбище и то бывает более оживленно. На сегодня слежка окончена. Туми злой как черт. Ему уже давно не терпится заполучить щелкуна. А что он злится? Мы-то при чем? В последние 3 недели этот тип мухи не обидел. Туми. Твоя очередь, Квин. Здорово, Туми. Ты по-прежнему утверждаешь, что не заметил никакого движения в доме напротив? По-прежнему, ни малейшего. Не пора ли вам проснуться? Поговаривают, что он спутался с О'Бенненом из Чикаго. Слушай, а вдруг щелкун действительно решил исправиться? Запомни, раз и навсегда,
Это про него сказано. И корова зарекалась не есть апельсинов. То есть свинья. Сам ты свинья! Как только заметите в доме что-то подозрительное, сразу доложите мне. Ясно? Ясно. Эй, иди сюда. Иду, иду. Посмотрите-ка, малыш Энтони и его империал. Я пришел к мистеру Проволоне. Что? Эй! Выключи эту штуку! Мне нужно видеть мистера Проволоне сию же минуту. Не помню, чтобы ты записывался на прием, Энтони. Итак, в 9:30 братья Финуччи, дальше доктор Пул в 10:30, падре Клементе в 11, банкиры в полдень. Встреча с бухгалтером не значится. Послушай, Альдо, не морочь голову. У меня срочное дело. Босс не встает раньше 9, это знает даже ФБР. Я отвечаю за все. Ты отвечаешь? Пойди и разбуди его. Да пойми, это вопрос жизни и смерти. О, ну ладно, ладно. Только учти, ему это не понравится. Подожди в гостиной. Вы подумайте, каков нахал. Поломал все мое расписание. Куда разбежался? Надо поднять его. Он не велел беспокоить. Должен выспаться перед встречей с банкиром. Это срочно. Не выступай. Посмотрим, что у него там. Я не виноват, босс. Вопрос жизни и смерти, босс. Хватит называть меня боссом, бездельники. Извините, босс. Ну, малыш Энтони, отменили сухой закон или что-нибудь еще? Я хотел бы поговорить наедине. А мы одни. Альдо, мой завтрак. Грейпфрут. Порезать, косточки вынуть. Тост. Поджарить. Бекон. Без жира. Кофе. Без сливок. Но с песком. Все. Сделаю щелку. Стоп. Мистер Проволоне, назовешь по-другому, потеряешь работу. Да, мистер Проволоне. Я буду есть во дворе. В смысле, в атриуме. Да, мистер Проволоне. Как пожелаете, мистер Проволоне. Ты знаешь, малыш, что такое атриум? Нет, сэр. Это внутренний дворик, часто окруженный колоннами. Спасибо, сэр. Я этого не знал. Присядьте, Энтони. Каждый день я запоминаю новое слово. Бери с меня пример, Энтони, а то навсегда останешься счетоводом. Я бухгалтер, сэр. Мое сегодняшнее слово – изворотливый, то есть ловкий и находчивый. Итак, Энтони, будем изворотливыми. Какое у тебя дело? Дорогой мистер Проволоне, я вас очень уважаю, но прошу прибавки к жалованию. По-моему, у меня что-то со слухом. Чего он просит? Прибавки к жалованию. Значит, я не ослышался. Ты сдурел? Когда вы узнаете, почему я... По-моему, он хамит. Распустился, босс. Я не босс. Извините, босс. Я знаю, что пришел рано. Не в этом дело. Если все пойдет как надо... Не сглазьте, босс. Я стану главным директором. Я очень рад и ни за что бы не побеспокоил вас, но любовь заставляет изворачиваться. С чего это ты приплел сюда любовь? Завтрак сервирован. Сервирован, бестолочь. Ты должен брать уроки дикции у доктора Пула. Раз я учусь, и ты будешь учиться. Прямо герцог Веллингтонский. Не забудьте встречи с братьями Финуччи в 9:30. Да, пошли, малыш, посидим в атриуме. Неплохо для выходца из трущоб. Моя жена тут все устроила, у нее есть вкус. Итак, из-за какой дамочки я встал в такую рань? Не понял, сэр. Ты сказал, что влюбился, надеюсь, в дамочку? О, она прекрасная девушка из приличной богатой семьи. Я собираюсь сделать ей предложение. Да. Разве любовь это не чудо?
Даю тебе свое благословение. Тебе и твоей невесте. Но я не могу жениться на ней. Она же привыкла к очень обеспеченной жизни. Ну и пошли ее. Она, похоже, только деньги ищет. Что вы, наоборот. Она ласковая, нежная, добрая. Энтони, я вижу, эта дамочка уже прибрала тебя к рукам, а? Сколько ты получаешь? 200 в месяц. А хотелось бы? 2000. Я не тороплю вас с ответом. Ответ готов. А ну, катись из моего атриума. Твой папаша в гробу переворачивается. Клянусь могилой папы, я не собирался вас огорчать. Но вы не представляете, как трудно молодым людям заводить семью в наши дни. Со мной согласен и мистер Липинский. Липинский? Да, мистер Майрон Липинский. Лаки Липинский, гангстер, как ты мог связаться с этим отребьем? Его бухгалтер умер во сне, а он ищет нового. Конечно, Лаки шлепнул его спящего, это его стиль, дешевка. Не такая уж дешевка, сэр. Мистер Липинский готов платить мне 2000 в месяц. Вот мерзавец. Хочет загробастать моего лучшего парня. Ладно, я тебе дам 1500. О, мистер Провалоне, я тронут вашим доверием. Я его неверно использую, ему бы вышибать деньги, а не считать. 1500, я правильно понял? Да, все точно. Вперед. Делай предложение. Мистер Провалоне, имею честь попросить руки вашей милой дочери. Повтори. Да, прошу руки вашей дочери. Моей дочери? Откуда ты знаешь мою дочь? В клубе познакомился. В кабаке. Это весьма респектабельное заведение. Там хоть мое пиво продают. Босс, не надо нервничать. Я с ним разделаюсь. Ты не отдал пушку. Дай-ка сюда. Кони. С этим покончено навсегда. В полдень мы станем банкирами. Я уже могу встать, мистер Проволня. Извини, я сорвался. Ничего, прощаю. Я повторяю предложение. Отдайте за меня свою дочь. Чтобы жить на жалкие 1500? Да ты спятил! Да! Она заслуживает, чтобы ее муж получал 2000. Вот именно. Но это будешь не ты. Кони, принеси бреши. Этим Альда занимается? Пусть Альда принесет. Да, босс. Опять босс. О, извините, босс. Я же понимаю. Ты подбираешься к моим деньгам, а не к моей дочери. Ох, мистер Провалоне. Не нужны мне ваши деньги. Я люблю ее. Да? Неужели? Когда мы поженимся, я отдам ей все свое состояние. Какой же суммы ты ее осчастливишь? У меня 40 000 долларов и 42 цента. Как же эти 200 превратились в 40 штук? Я украл их у вас. Засранец! Приходишь в мой дом и сообщаешь, что обокрал меня. Сейчас я кукну этого придурка. Дай сюда ствол. Сколько раз повторять, Альдо? Ты теперь дворецкий. Понял? Это собственность моей семьи. Тем хуже. Я жду объяснений. Начну с самого начала. Лучше начни прямо с кражи. Став вашим бухгалтером, я обнаружил, что ваша отчетность в полном беспорядке. Можно подумать, сейчас она в другом состоянии. Тоже удивил. Расходы были велики, а прибыль минимальна. Я это изменил. Я ведь послал тебе фрукты к празднику. Всю прибыль от вашего игорного бизнеса я использовал для оживления бутлегерских операций. И это позволило снизить стоимость пива на дайм за бутылку. А я тебе доверял, дурак. Но случилось непредвиденное. Опечатка в расходном ордере. Которая и стоила мне 40 000 долларов. Сэр, не забегайте вперед. Прошу прощения. Вернее, ошибка в вычислениях. Я при составлении отчета указал цену меньше на никель, а не на дайм. Когда я обнаружил ошибку, я бросился искать вас, чтобы рассказать о ней.
Не припомню. Вы были в Чикаго. День Святого Валентина. Заткнись. Я помню, что это было в день Святого Валентина. Тогда я встретил вашу дочь. В забегаловке Вендетти. Я ее убью. И влюбился с первого взгляда. Я решил превратить 5-центовую опечатку в ключ к своему счастью. И сумел сколотить неплохое состояние. Я счел, что великий Анджело Провалоне не поскупится на никель для своего зятя. Все равно эти деньги получит его дочь. Ха, каков мерзавец! Льстит и одновременно вонзает нож в спину. Я плохо поступил, мистер Провалоне, но я бы сделал это снова, чтобы завоевать ее любовь. Так ты ее любишь? Конечно, сэр. Она знает, зачем ты явился? Нет, сэр. А она любит? Можете не сомневаться. Она мне это доказала. Подожди, о чем ты? Альдо! Зачем он тебе? Вам понадобятся бриоши. Бриоши? Не забывайте, мистер Провалоне, сейчас 31-й год, и мы взрослые люди, не так ли? Говори яснее. Лиза моя любовница. Что? Босс, прикончи его! Погодите, босс, зачем нам покойник? Ведь люди придут. Он прав. Живи пока. Я не ожидал, что это вас так взволнует. С чего это мне волноваться? Ты будешь меня? Сообщаю, что украл мои деньги и спишь с моей дочерью. С какой стати мне волноваться? Тебе повезло, что я сегодня не волнуюсь. Если бы я волновался вчера, ты бы уже носил цементное кимоно. Сразу можете не отвечать. Да. Я поговорю с моей малышкой для начала. Энтони. У вас будет приятный семейный разговор. Я пока погуляю поблизости. Потом дадите мне ответ. Папа. Не смей меня так называть. Эй, босс. Не зови меня, босс. Извините, босс. Ты знаешь, где дверь. Пошел вон! Он вышел из дома. Отметь это. Сэр, можно вас на минутку? Нельзя. Лиза! 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 Georgia claimed her. Georgia named her sweet. Georgia. Я жду. They call her sweet as Georgia Brown. Лиза! Давно ли ты стала запираться? Это мое личное дело, я взрослая женщина. Мне это уже известно. Что ты имеешь в виду? Ты тут не прикидывайся. Я все знаю про твоего дружка. Или лучше сказать, любовника. Ты знаешь? Да. Ты опозорила всю нашу семью. Бесстыдница! Но, папа, пойми, я уже не маленькая девочка. Смотри. Прикройся! Я твой отец! Кстати, а как ты все узнал, интересно? Этот паршивец явился просить твоей руки. Чего ты ревешь? Просто я очень счастлива. Я считала, он меня бросил. Это было бы счастье. Не говори плохо о моем будущем муже. Это макака, твой будущий муж? Ты выйдешь за того, кого я выберу, за Брюса Андервуда. Я ни за что не выйду за Брюса Андервуда. Он задавака, и у него прыщи. Пара свиданий, и ты привыкнешь. Ну, давай, третируй меня. Мы с мамой отдавали тебя в лучшие католические школы, и вот результат. Взгляни на себя. Ты выглядишь так, будто работаешь в ночном клубе. Я современная женщина, папочка. А какую музыку вы теперь слушаете? Бинг Кросби, Кэп Кэллоуэй.
Что, сейчас такая музыка популярна? О, я просто задыхаюсь в этом доме. Я хочу плавать в Ла-Манше, хочу ходить по парижским магазинам, хочу валяться на пляже в Гонолулу. Делай, что хочешь, только из комнаты не ногой. Пинучи здесь. Кони, отсюда не на шаг, отвечаешь головой. Пинучи. Бонжорно, сеньор Провалоне. Это мой костюм. Это не просто костюм. Это Финуччи. Вы заставили меня ждать. Вам нужно хорошо или быстро? Мы не торопимся. Не торопился Микеланджело, не торопился Леонардо. Не торопится Финуччи. Гвидо. Это мои слова. С чего ты взял? Мы обсудили. Ты забыл, дальше я говорю. Это мои слова, понятно? Так что молчи и слушай, Гвидо. У тебя память не к черту. Ты просто выскочка. Пошли в библиотеку. Так, ступенька, поднимай. О, как же много книг. Никогда столько не видел. Да-да, читать я люблю. Сеньор Провалоне, мы уже не ездим по вызову, потому что мы теперь знамениты. Знамениты? Конечно, ведь одну из наших моделей поместили в Гэральд Трибюн. Покажи ему, покажи. Сейчас. Малыша Борзини прикончили. Чистая работа. И костюм ничего. Грация. Грация. Его вдова заказала для похорон новый костюм. Я сказал, пусть он заплатит за первый, тогда сошьем. Хороший цвет, правда? Пощупайте. Высший класс. Как попка младенца. Что ж, я должен выглядеть к полудню, как банкир. О, мы вас сделаем банкиром. Снимайте штаны. Два миллиона безработных. Сердце разрывается, да, господа? Да. Снова придется понизить процентные ставки. Ох, черт возьми. Теперь от офиса до клуба не пройти, чтобы к тебе не прицепился какой-нибудь бездомный попрошайка. Извините, господа, лишний человек. Суровые времена требуют суровых мер. Вернемся к цели нашей встречи, господа. Пощадите мой желудок. Витни, вы слишком впечатлительны. Неужели положение столь отчаянно, что среди владельцев банка будет Анджело Щелкун Провалоне, гангстер? Его имя упоминать не станем. А вот деньги положим в наши сейфы. Но, господа, представьте, гангстер в правлении. Экс-гангстер. Я предпочитаю говорить барон-разбойник. Как, например, Морган или Джон Рокфеллер. Но у тех все же не было прозвища Щелкун. Я сам займусь мистером Провалоне. Ну, может, я и возьму деньги этого бандита, но любить его не собираюсь. Нора, я мечтала о многих вещах. Я хочу полетать на цепелине. Я хочу пойти на шоу. Побаловаться опием в Чайна-тауне. Это все еще у тебя будет, Лиза. Что вот увидишь. Моя жизнь кончена. Мои оковы могло бы разрушить только замужество. Согласись, эти оковы не так уж плохи. Слушай. Я видела одну пьесу. Ты ходила в театр, но в чем? Неважно, там была сцена, в которой девушка уверяет родителей, что она беременна. И им приходится выдать ее замуж за возлюбленного. Папочка прикончит меня, если я скажу, что беременна. По крайней мере, ты вырвешься из этого дома. Я дам вам чудный банкирский галстук к банкирскому костюму. Выбирайте. Кричащий, скромный, полосатый, клетчатый. Вот этот.
Мистер Провалоне! У меня примерка, ты что, не видишь? Мистер Провалоне, ваша дочь зовет вас. Прямо сейчас? Сказала вопрос жизни и смерти. Ну, что опять? Отец, дорогой, я признаюсь, хоть это тебя и шокирует. Отец, я решила уйти в монастырь. Ах, какое правильное решение, немного запоздалое. Нисколько. Монастыри принимают матерей-одиночек, папа. Что? Я здесь, босс. Разве я не забрал у тебя оружие? Это запасное, на всякий случай. Давай. И остальное. Ты закончил? Как разоружение Германии. Иди отсюда. Я должен был прикончить тебя после такого чудовищного признания. Как тебе не стыдно? Я виновата. Я пойду собирать вещи. Забудь о монастыре, ты выйдешь замуж за этого идиота и как можно скорее. Как же я рада, мой родной. Чего нельзя сказать обо мне? После свадьбы вы будете жить в апартаментах на первом этаже. Почему именно на первом? Он вряд ли сможет ходить, когда я поговорю с ним по душам. Интересно. К вам дама рвется. Я занят, видишь? Выпроводи. Нельзя. Вот как? Она говорит, что... Я знаю. Вопрос жизни и смерти. Подождите, Финуччи. Что вам угодно, мисс... Тереза? Тереза. Поговорим наедине. Конечно. Пошли в мой кабинет. Бегали бы все, как я, не было бы инфарктов. Мистер Провалоне, я поступила глупо. В чем дело? Я влюбилась в человека по имени Энтони Россано. Вы правы, это глупо. Энтони уже пристроен. Пристроен? Вот именно. Объясните. Энтони только что просил руки моей дочери. Он уже был здесь? Да. Не расстраивайтесь, вы молоды, привлекательны. Сможете найти себе подходящую пару среди безработных. Вы не поняли меня, мистер Провалоне? Я солгала Энтони. Сказала ему, что я ваша дочь. Моя дочь? Да, он считает, что вы мой отец. И когда просил руки вашей дочери, имел в виду меня. Выходит, он никогда не видел мою дочь. Замечательно! Постойте, если он не знаком с Лизой, кто же отец? Простите. А почему из всех мужчин вы выбрали меня? Я хотела, чтобы Энтони думал, что я из богатой семьи. Ведь он зарабатывает 2000 в месяц. 1500 в месяц. Когда он спросил, как меня зовут, я держала Daily News с вашей фотографией. Вот я и представилась Терезой Провалоне. Это мне понятно. Я ведь не знала, что вы гангстер.
что вы тот, кто вы есть. А почему вы не сказали правду? Ведь он, как я узнала, работает на вас. Ему было приятно, что я ваша дочь. Он работает только на себя. Видите ли, мистер Провалоне, я пока не хочу, чтобы Энтони узнал правду. Да, ведь тогда я потеряю 50 тысяч. Так, есть идея. Я не скажу ему, что вы не моя дочь, но и вы должны помочь мне. Все, что угодно, мистер Провалоне. Побудьте в кабинете, пока я не улажу небольшое дельце с мистером Россано. Я подожду вас, обещаю. Кони, не спускай глаз с кабинета, чтобы моя дочь не ушла. А как Лиза там оказалась? Она же была в спальне. Не Лиза, Тереза. У вас две дочери? Ну вот, в третьем заезде ставлю на задаваку $40. Да-да, вот именно, петрушки на $40. Договариваемся с Зеленщиком. Альдо, где Энтони? Ушел! Я знаю, что ушел. Верни его, он сказал, что будет поблизости. Да, как же, нам не обед. Подождет. Найди Энтони и закрой где-нибудь. Только не в кабинете. Одумайся, Щелкун. Побудешь один день честным человеком, и твоя песенка спета. Я обещал отцу. Мистер Провалон, я должна вам кое-что сообщить. Иди к черту. Финуччи! Анжело! Сейчас вернусь. Анжело! София, дорогая, как раз тебя мне сейчас не хватает. Моя прелесть. Я никогда, клянусь, больше никогда не буду ездить с твоим сумасшедшим водителем. Джонни Элбоузу? Он привез меня к парикмахеру и ждал там с работающим мотором. О, какая мерзкая привычка. Ну зачем ты уволил Оскару? Он был настоящим шофером. Хватит об Оскаре, у нас проблемы поважнее. Что случилось? Кто обидел нашу девочку? Моя малютка. Моя любимая. Мой отец рассказал мне. Мама, я виновата. О, не казни себя. О. Это его вина. Моя вина? Да. Ты заставил ее страдать. Запер меня в этом доме, как Белоснежку. Уж, конечно, не как Золушку. А кого она могла тут видеть? Убийц, налетчиков и мерзавцев. Да, бывало, я брал работу на дом, ну и что? Кто это сделал? Скажи, мамочки. Отец знает, он с ним утром встречался. Ну, кто это? Пусть твоя дочь сама назовет имя. Это Оскар. Что, шофер? А ты-то что удивляешься? Ты ведь знал. Конечно, еще бы. Только не признавался. Сейчас вернусь. А, вот и ты. Я нашел его. Мы должны поговорить. Анжела, мы должны поговорить. О, я не знала, что у тебя дела. Вы, видимо, миссис Провалоне. Какая честь. София, мой бухгалтер Энтони. И будущий зять. Я только что просил руки вашей дочери. Лизы? Нет, дорогая, не Лизы, другой. А у нас есть другая? Ну, конечно, ты забыла. Другая, не Лиза. А? Ты бы заглянула к ней, дорогая. А... Так у вас две дочери? Да, жизнь полна неожиданностей, малыш. Слушай, Энтони, ты не заметил, что моя жена несколько холодна с тобой? Да, я заметил. А в чем причина? Она считает, что ты любишь деньги. Да что вы! Она думает, что я охочусь за приданым? Угу. А как я могу развеять ее подозрения? Легко. А, помнишь, ты стянул у меня 50 штук? Чтобы вручить их невесте после свадьбы. Так ты вручи их перед свадьбой. Выпиши чек. И моя жена поймет, что ты берешь Лизу не за приданного.
Терезу? Да, я все время путаю своих девочек. Садись. Есть загвоздка. Чернила кончились? Я не хотел помещать деньги в банк. Знаете, это большой риск. Я обратил их в драгоценные камни. Алмазы, изумруды и так далее. Это замечательный свадебный подарок для моей дочери. Я иду за ними. Антони, если хочешь, я отправлю с тобой одного из своих ребят. Так спокойнее. Нет, нет, не беспокойтесь, я скоро. Папа. Я буду ждать. Сынок. Счетовод. Альдо, где мой шофер? Джонни полирует Кадиллак. Да не этот идиот, Оскар. Вы выгнали его? Знаю, что выгнал. Где он живет? Откуда мне знать, где живет Оскар? Я знаю где. Говори. В Саутсайде. Тогда гони к нему с Джонни Элбоузом мигом. Но его сейчас нет. Вот как? А где же он? Завербовался в армию, и его послали за границу. Он втюрился в какую-то девицу, не говорил в какую. Но ее папаша оказался гадом, и им пришлось расстаться. А, вот оно что. Ну да. Как бы он ее не любил, вынести такого тестя вряд ли бы смог. Захлопнись. Чего это он? Я должна поговорить с вами. Не сейчас. Мистер Провалоне, я переезжаю к Андервуду. К Андервуду? Решила работать на Брюса? Я выхожу за него замуж. Замуж за Брюса? Я его первым нашел для своей дочери. Мы встретились у Лизы. Это была любовь с первого взгляда. Поздравляю. Ты уволена. Не уволена, мистер Провалоне. А сама ухожу! Ты не получишь от меня рекомендации, красотка! Ну, дела. Я и миллионер, моей дочери шофер. Позвоню Туме, чтобы прислал замену. Жилет тесноват. Эй, я сделаю посвободней. Ты бы не умничал, Муссолини. Быстрее, ребята, у меня нет времени. Анжела, я хочу поговорить с тобой. Не обращай на них внимания, они ни черта не поймут. Я только что была у Лизы в спальне. Если бы только ты... Анжела, как это не ужасно, наша дочь опорочена перед Богом. Ты должен вернуть Оскара. Оскар смылся, бежал из страны. Но ребенку необходим отец. У ребенка есть отец, а вот у Лизы нет мужа. Нет мужа, нет мужа, так думай, как найти его. О, нет-нет, сеньор, мы с Гвидо уже женаты. Да, и счастливо. У меня 12 детей, а у него 10. Сколько у тебя детей? У меня 12. Кто же? Анна Мария, дальше Сальваторе, Фабрицио, Антонио, Марио, так, большой Луиджи, маленький Луиджи, Луиджи, младший Джузеппе и еще Фигаро. Фигаро не твой, Фигаро ребенок молочника. Мой брат шутник. Ну и зачем вы мне это говорите? Извините. Извините. Я тебе дам молочник. А как насчет парня, который тут был? Он же просил руки нашей дочери. Да, просил, но другой. Какой другой болван? Той, которая не Лиза. У меня нет другой дочери, кроме Лизы. София, ты думаешь, я этого не знаю? Я не понимаю, о чем ты говоришь все это время. Может, у тебя есть причины. Но если ты любишь меня, тогда подберешь для нашей дочери мужа. Он снова здесь. В третий раз. Теперь с маленьким черным саквояжем. Сгоняйте за пончиками, парни. Я остаюсь с вами. Чудно, очень хороший цвет. И материал подходящий. Вы постарались, Финучи. А вот и он. Ваше приказание выполнено. Финучи свободны. Ты поговорил насчет чека? Нет, ты с ним обязательно поговори. Потом, потом. Я боюсь, что потом уже может быть поздно.
Итак, мистер Провалоне, теперь мне будет позволено жениться? Мой сын! Мистер Провалоне, вы меня осчастливили! Куда ты? Хочу сообщить Терезе. Не торопись, у меня для тебя есть еще одна новость. Важнее, чем свадьба с вашей дочерью? Ты станешь папой. Тереза беременна? Тереза беременна? Какая Тереза? Моя дочь, недоумок. Я иду к ней. Сидеть! Знаешь, жизнь забавная штука. Есть человек, и вот уже нет. Истинная правда. Возьмем Верзилу Макгурки. Он умер в 25. В 25? Почему? Ему наступили на пальцы. Это смертельно? Да, если при этом цепляешься за карниз небоскреба. Самое ужасное, что его огромное состояние досталось государству. Несчастный. А бедная вдова сейчас торгует яблоками. Представляешь? Представляет. А если с тобой что-нибудь случится, что будет с моей дочерью? Вы правы. Завтра же утром у нотариуса я все оформлю. Сынок, мы теперь одна семья, нотариусы нам не нужны. Вот. Напиши то, что я скажу. Я, Энтони Россано, Минутку. Я сейчас подумал. Ты должен не думать, а писать. Если со мной что-нибудь произойдет, как я узнаю, что вы отдали все дочери? Справедливо. Я тоже напишу обязательство. Ты сначала пиши свое, а я уж потом. Но я не знаю. Что не устраивает? Может, напишем одновременно? Альдо, будешь свидетелем? Ты что, забыл, щелкун? Я никогда не свидетельствую, это мой закон. Я сказал. Итак, на счет три. Один, два, три. Я, Энтони Россано. Я, щелкун Провалоне. Свидетельствую. Должен отдать $50 000. Что, являюсь отцом? Моей дочери после свадьбы. Ребенка, мисс Провалоне. С мисс... Мистером Энтони Россано. Все. Дату. И подпись. Альдо, подпиши. Ты свидетель. Верзила тоже был свидетелем и плохо кончил. Захлопнись. Давай бумагу. А вы мне. Ладно, давай вместе. Хорошо, очень хорошо. А теперь самое приятное. Вы знакомы, полагаю? Кони, сюда больше не смотри. Присматривай за спальней. Тянучи! Я хочу признаться тебе. Я все знаю. Все знаешь? Сядь, любимая. В твоем положении нельзя стоять. О чем ты говоришь, милый? Ты ждешь ребенка. Твой отец сказал мне. Я вовсе не жду ребенка. И он мне не отец. Не понял. Мистер Провалоне не мой отец. Он знает, что он не твой отец. Разумеется, а как же может быть иначе? А почему ты об этом спрашиваешь? Значит, он знает, что ты не его дочь. Да. Я лгала тебе, Энтони. Извини. Проходимец. О чем ты? Он украл у меня бриллианты. Энтони, я сделала это, потому что люблю тебя. Я боялась тебя потерять. Я должен их вернуть. Что вернуть? Бриллианты, разумеется. По-моему, тебя интересуют деньги больше, чем моя любовь. Что ты, конечно, нет. Не говори так. Я рада, что вовремя выяснила, каков ты на самом деле. Так, надо подумать. Меня надули, как последнего болвана. Тереза!
Тереза, вернись! Тереза! Тереза! Слава богу, что я не беременна. Чем это вы там занимались? Пойдите прочь! Сам ты пошел! Кыш! Иди отсюда! Щелкун что-то замышляет. События разворачиваются. Слишком спокойно. Провалона что-то замышляет. Браво! Этот костюм просто шедевр. Естественно, Марко Финуччи. Ладно, Финуччи, вы неплохо подзаработаете. 150 баксов. Я забыл выписать чек. Я требую от вас объяснений, мистер Провалона. Финуччи, за дверь. Где это? Где? Вот она. Ну, чего ты хочешь, малыш? Я думаю, что вы довольны собой. Мой папа был бы счастлив. Я не убил никого и смог вернуть деньги. Не торопитесь, я заберу их. Я бы не рисковал, малыш. Не забывайте, мистер Провалоне, вы больше не гангстер. Ты прав, я добропорядочный гражданин. А вот они нет. Десятка. Ну и кто это? Ты не знаешь Финуччи? Сицилийцы, самые коварные наемные убийцы. Что-то они меня не пугают. Отбился? Да, отбился. А ты не врешь? Да нет, нет. Давай не проверим. Вру. Убедись. Смотри. А, вспомнил, вспомнил, вот, все, вот помню. Вот. Значит, не пугают. Одно мое слово и... Ну, если ты все-таки захочешь вернуть свои драгоценности, выполни обязательства по отношению к моей дочери. Настоящий? Конечно, настоящий, Лиззи Провалона. Но я даже не видел ее. Это доказывает обратное. И суд примет мою сторону. Вы блефуете? Здесь написано, что моя дочь от тебя ждет ребенка. Оказывается, это ваша настоящая дочь беременна. Тебя беспокоит это? Я не возьму в жены Лизу. Я люблю Терезу. Энтони, Энтони, малыш Энтони. Речь идет о ребенке моего ребенка. Ну и что? Все! Финуччи! Хорошо, 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 не зовите их. Финуччи, сядь! Мудрое решение. Подожди здесь. Я ее приведу. Познакомитесь. Простите, вы не скажете сеньору Провалоне, что мы спешим? Нужно разделаться еще с одним клиентом. Так много заказов? О, бывает, что и 6 в день. Это убийственный бизнес. Иногда приходится вкалывать по выходным. А мы этого не любим. Мы люди семейные. Для вас это просто работа.
Для нас это искусство. Покажи ему. Что вы на это скажете? Это вы сделали? Ну, конечно, это Финуччи. Теперь у нас заказов будет полно. Может, однажды и вами займемся. А когда мы с вами покончим, вас уже никто не узнает. Что с вами? Вы побледнели? Вам плохо? Он хочет на тебя жениться. Будь хорошей девочкой. Но я хочу Оскара. Я его хочу не меньше, но он в бегах. Расплачиваться будет другой. Спасибо тебе большое. Ну а где же любовь, вздохи, ухаживание? Может, еще вспомнишь про первую брачную ночь? Анжела, пожалуйста. Здесь же находится твой помощник. Помощь от него нулевая. Кони, иди где-нибудь пообедай. Девочки. Лиза, это твой будущий муж Энтони Россано. Лиза. Здравствуй. Здравствуй, Лиза. Вы уже друг к другу привыкаете. А браки по расчету всегда бывают прочнее. Mm. Оскар был лучше. Кто такой Оскар? Наш шофер. Ваша дочь ждет ребенка от шофера? На твоем месте я бы помалкивал. Анжела, оставим влюбленных голубков вдвоем. Правильно. Вам следует все узнать друг про друга. Лиза, поторопись, ко мне в 12 придут. А лучшего мужа ты не мог подыскать? Песок из него не сыпется. Финуччи! Итак, малютка ждет ребенка. Вышла бы я за тебя иначе. А может, передумаешь? Мне нравится другая. Да и мне другой. В таком случае зачем все это? Затем, что я хочу отсюда вырваться. Обоюдное желание. Я хочу отправиться на сафари в Африку. Хочу гоняться за быками в Испании. Хочу залезть на самый верх Empire State Building. А мне предлагаешь в это время нянчить твоих детей? Ты всегда такой злюка. Да, и это еще цветочки. О, я выхожу за мужлана. Я больше не желаю тебя видеть. До самой свадьбы. Это устраивает и меня. Я с восторгом удаляюсь. О, прекрасно. Увидимся в церкви. Это моя обязанность. А, доктор Пу, вваливайтесь, босс копытом бьет. Альдо, вы сами поняли, что сказали? Чего? Вы злоупотребили вульгаризмами в своем приглашении. Неужели? И что мне за это будет? Не дрейф, док, босс не заметит. Замечательно. Альдо, находка для лингвиста, поверьте мне. Я все слыхал. Миддлсекс. Что? Округ Миддлсекс в штате Нью-Джерси. Я прав? Да, я из Нью-Брунсвика. Я так и знал. Видите ли, чем южнее, тем в диалекте Нью-Джерси больше носовых звуков. У вас поразительные знания, доктор. Вы не пробовали выступать перед публикой? Юный друг, я вдохновенный исследователь английского языка. Я обнаружил во время своих поездок 2 с лишним тысячи наречий в одних только Соединенных Штатах. Например, безударные, гласные, восточного Техаса, в районе Хьюстона. Все эти поездки не мешают вашей семейной жизни? Ну, к сожалению, матушка видит меня не слишком часто. Но у нее есть кошки. Такой блестящий ученый и до сих пор не женат? О, первым делом работа. В эти выходные я поеду в Апалачи изучать региональные коллоквиализмы в среде рудокопов. Извините, доктор, я на минутку. Вы ведь не уходите? Ну что вы, я буду обучать мистера Проволоне устной речи. Ага.
Хорошая новость. Я не буду твоим мужем. Другого нашел. Кого? Человека ученого, интеллигентного, готового на все ради тебя. Это доктор Пу. Доктор Пу, ты что, обалдел? Он годится мне в отцы. Самое важное, что он годится в отцы твоему ребенку. С чего это ему вдруг жениться на мне? Ведь он любит тебя. Безумно, он сам сказал. А почему он мне не говорил? Забавно, да? Всю свою жизнь изучает слова и не в состоянии произнести самые важные. Так трогательно. Я знал, что ты все поймешь. Никуда не уходи. Чивыйте, Финучи, войти, Финучи, выйти. У меня уже спазмы в животе. Лиза. Энтони смеет уверять, что ты любишь доктора Пула. Да, люблю. Видишь? Что? Ну, а как же иначе? Он такой милый, умный, такой культурный. Лучше всех мужчин на свете. Выбрось его из головы. Ты выйдешь за Энтони. Мне нравится Торнтон. Как? Он уже Торнтон? Перестань, пожалуйста. Он единственный чувствительный мужчина из всех. А я что, бесчувственный? Хорошо, Лиза. Хватит. Не плачь. Хочешь Пула, получишь Пула. Но пойми, Лиза, ты должна на ком-то остановиться. Это сегодня уже твой третий жених, а мы даже еще не обедали. Слушайте, мистер Провалоне, теперь у нее есть муж. Отдайте мое обязательство. И думать нечего. Я буду держать тебя в резерве, если с другим сорвется. Вот это да! Здравствуйте, мистер Провалоне. Вы забыли главное. Еще чего? Нет. Нет, вы должны были сказать, войдя в комнату, здравствуйте, доктор Пу. Ах, да, точно. Больше я тебя не держу. Да, мне пора уходить. До свидания, мистер Провалоне и доктор Пул. Смотрите, этот тип опять ушел. Зато явился священник. Входите, если не боитесь, падре. Альдо, я не видел тебя на последние месяцы. Да, правда? Я вас тоже. Итак, помните, мистер Провалоне, слово – это самый надежный инструмент для выражения человеческой мысли. Док, мне надо научиться говорить как банкир. Повторяйте. Рядом с рядом редких рифов расхристанный разбойник громко рыдал. Рядом с рядом рифов редких расхристанный... Рядом с рядом редких рифов расхристанный... Рядом с рифом разбойник расхристан... О, слушайте, док, я никогда не повторю. Я не научусь правильно говорить. Не отчаивайтесь, мистер Провалоне. Нужно взять другую скороговорку полегче. Договорились? Повторяйте. Рок-ромму хряпнув, взорвал гранату рядом с рыжим братом, укравшим его бриллианты. Начинайте. Рок-Рому хряпнув, рванул гранату рядом с братом, укравшим его бриллианты. Получилось! Вы же сказали фразу, в которой смысл есть. Извините меня, мистер Провалоне. Я уже удаляюсь, если вы не против. Чё ж ты притащилась? Простите, я не получила жалования за неделю. Прошу заплатить мне. Это мне причитается. Такого жениха отдал. Слава богу, я больше не работаю щелкуна. С этого дня я сама буду иметь слуг. Вот и поймешь, какое это счастье. Какая неслыханная дерзость. Я был бы с ней беспощаден.
А, я же теперь порядочный. Знаете, док, я хочу потолковать с вами о Лизе. У нее небольшие неприятности. Неужели? У нее чудесные, обворожительные дифтонги. Из-за них она в историю влипла. Да. Ей нет и 18, а она замуж собирается. Ну что же, она очаровательна. Кто счастливчик? Вы, доктор. Ну, я польщен. Что? Вы ведь не женаты, нет? Разумеется, нет. И, конечно, любите детей. Детей, в общем-то, ну, в общем... Тогда заметано. Простите, я ведь едва ее знаю. Подсластим пилюлю. Можно для вас что-нибудь сделать? Какую-то вашу мечту исполнить? Ну, раз вы предлагаете, я бы свозил маму в Баден-Баден. Там есть доктор, который просто чудеса творит с желчным пузырем. Ее пузырь уже в Европе! А еще подумывай о школе лингвистики доктора Пула. Я уже вижу ее! По рукам, док! Я просто... я не знаю, такое внезапное предложение. Знаете, это только начало. Да? А что здесь? Здесь пузырь вашей мамочки, школа лингвистики, короче, вашей мечты. Глядите! Ой... Вы меня смутили. Я сейчас вернусь. Нора! Куда, леди? Ридженси Гарден. Нора! 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 Теперь проволоны с черным саквояжем. Что в нем? Ворованные деньги. Накрыли. Буду просить ордер. Черт, проклятие! Господь всемогущий, прах меня побери! Простите, что заставили вас ждать, падре Клементе. Анжела, ты помнишь падре Клементе? Здрасте, падре. Вы так классно отработали на похоронах папы, спасибо. Я рад, что вы сдержали свое обещание. А, падре собирает пожертвования для храма. О, поздравляю. Ваша дочь выходит замуж за Брюса Андервуда. Понимаете, у нас произошли перемены. Она выходит за славного итальянского юношу Энтони Россано. Прекрасное известие. Кто может быть лучше итальянского жениха? Энтони Россано. Нет, забудьте Энтони, она не выходит за него. Что? Какое несчастье. Но она еще молода, несомненно, встретит своего избранника. Она уже встретила. Кто он? Доктор Пул. Доктор Пул? Я здесь. Назад в кабинет. Что же, он очень симпатичный. Но зачем ей выходить за доктора Пула? Она ведь не знает его. Не страшно, она знала и шофера. Не упоминай Оскара в присутствии падре. Какого Оскара? Куда подевался Энтони? Милая, Энтони предпочел Терезу. Какую Терезу? Слушайте, это очень просто, но у меня нет времени объяснять. Я должен позвонить Норе. А кто такая Нора? Ну, это наша прислуга. Бывшая. Ты прислугу уволил. Она выходит замуж за Брюса Андервуда. Как-то она успела, мисс? Не знаю. Я, в конце концов, не пастух. Что? Все это приводит в замешательство. Увы, падре. Жизнь преподносит всем сюрпризы. И чаще всего мне. Но я пошел. Падре, может, пройдете на кухню и выпьете чашечку чая, пока я тут во всем разберусь. Извини за беспокойство. Нора на радостях перепутала сумки, представляешь? Да, может, поручишь своему человеку привезти мою обратно? Да, щелкун проволоны. А ты думал, кто?
чем дело? Не получилось на стороне? Я пришла вернуть саквояж, а также взять свой. Вот этот? Да. Я поняла, что он не мой, потому что не смогла открыть замок. Давай, не мешкай. Мы банкиров ждем, и нечего тут всяким околачиваться. Спасибо. Кто вам сказал, что я вас люблю? Энтони? А мне сказали, что вы меня любите. И кто же это сказал? Ваш папа. О, и то, что я беременна? Нет, он... Вы в положении? Что вы? Я набрала, чтобы выйти замуж за Оскара. Кто это такой? Это наш шофер. Я на всю готова, лишь бы вырваться отсюда. Я вас хорошо понимаю. Угу. Еще бы, с моим-то папочкой. Нет-нет, я думал о своей матери. Она бывает такой собственницей. Значит, вы понимаете меня, доктор Пол? Торнтон. Да, конечно. Лиза, вы сочтете это вольностью. Что, Торнтон? Ваша дикция необыкновенно хороша, учитывая вашу генеалогию. Никто не говорил мне ничего более приятного. Торнтон. Наверное, шофер пришел за бельем. А, вот оно. Я открою. Что тебе опять нужно? Что ему опять нужно? Драгоценности еще у вас? Да, конечно. А где же им быть? Я глаз не спускаю со своих стекляшек. Еще утром я имел все. Драгоценности, Терезу. Теперь у меня нет ничего. Энтони, не принимай близко к сердцу. Я даже не могу найти ее, потому что не знаю настоящего имени. Считай, что тебе повезло. Я предлагаю вам выгодную сделку. Какую сделку? Видите ли, я привык к этим бриллиантам. Они напоминают мне о Терезе. Я бы хотел купить их у вас за 50 тысяч долларов. Откуда ты раскопал еще 50 тысяч баксов? Я еще раз украл. Кони! Я здесь, босс. Пушки у меня нет. Ты хочешь сказать, что после того, как мы виделись, последний раз ты украл еще 50 тысяч? Помните ту дутую корпорацию, созданную для отмывания денег? Да. А помните, кто там главный казначей? Только не это. Я выписал чек на свое имя. Я же казначей и вне подозрений. Кем нужно быть, чтобы украсть деньги у своего босса? Вот что я предлагаю. Вы возвращаете камни, которые по праву мои, а я возвращаю ваши деньги. Ну ладно, вижу, ты обставил меня. Давай мне деньги, а я отдам бриллианты. Я сейчас, они в машине. Документ, который я подписал, мне тоже нужен. Не переживай, и его получишь. Он влип. Черт побери, влип!
Ну вот опять. Средь бела дня. Давай мне. Пожалуйста, одновременно. Так и сделаем. Готово. Я предлагаю сообщить прессе и провести арест в ее присутствии. Ну как, делишки, босс? Вечно ты подкрадываешься. Анжела, пойдем в твой кабинет, нужно поговорить. Хорошо, иду. Кони! Да, босс. Хватит жрать. Слушай, возьми это и отправляйся в библиотеку. И что бы ты ни делал, не спускай с него глаз ни на секунду, ясно? Да, босс. Я только что звонила в бюро по найму насчет прислуги. Ты за этим меня позвала? Анжела, работать на тебя никто не хочет. Дорогой, обращайся, пожалуйста, с этой женщиной лучше, чем с Норой. С Норой? Она заполучила состояние Брюса, а я остался без комиссионных. Теперь шофер с акваяжем. Дело поставлено на широкую ногу. Чем могу служить, генерал? Мистер Андервуд, отправить мистер Проволоне с акваяж. Отлично. Хунт. А мне отдать мисс Нора с акваяж. Ах, да. Кажется, он в библиотеке. Заходи, Фриц. Санзи. Держи, Фриц. Наилучшие пожелания кайзеру. Я обещаю, что буду вежлив с прислугой. Пойду переоденусь к обеду. Я обалдею от наших разговоров. Ты такой умный дядька. Лиза, в следующем месяце я отплываю на Иль-де-Франс в Брюссель на симпозиум по лингвистике. В Брюсселе, который в Европе. Да. Пришли мне маленькую открытку. Можешь на этот адрес, хозяев моей золотой клетки. Я не уверен, что ты поймешь. Но я постараюсь. Нет, я не могу сказать такое. Давай, не робей. Я хотел спросить, может, ты поедешь со мной? Конечно! Доктор Пул? Итак, пора продолжить наш разговор. Да. Прошу извинить.
Хорошо, док, садитесь. На чем мы? Ах, да, я предложил вам взять в жены мою дочь. Да. И хотели заплатить за мое согласие женским бельем. Не надо об этом вспоминать, предложение остается в силе. Вам всякий скажет, что Провалоне выполняет обещание. Это точно, док. Даже в прежние времена его считали честным бандитом. Это оксиморон. Зря вы это сказали, док. Не задирайте кони, он парень что надо. Извините. Хорошо, док. Значит, решено. Берете мою дочь и все деньги из этого саквояжа для своей школы лингвистики. Многим не хватит целой жизни, чтобы заработать такие деньги. Совершенно верно, мистер Провалоне. Невероятно, такая уйма денег. Взгляните. Это $50, так? А это будет $10. А это будет $20-долларовая новенькая бумажка. Доктор Пул, не могли бы вы оставить нас? Мне надо посовещаться со своим ближайшим помощником. Пожалуйста, поправь меня, если я ошибаюсь. Говорил ли я или не говорил тебе не спускать глаз с этого черного саквояжа? Говорили? Я все время смотрел на эту сумку с бельем. В этой сумке было не белье, а 50 тысяч наличными. Пул прав. Ты идиот и... оксиморон! Как могли 50 тысяч стать бельем? Вот и я спрашиваю. Может, это чудо? Ну, знаете, как с хлебом и рыбой. Лиза, пойдем со мной. Оставим этот сумасшедший дом. Как ты скажешь, любимый? Любимый! Щелкун, а вы уверены, что деньги были здесь? Да, их украл малыш Энтони. Если их украл Энтони, деньги у него. Нет, дубина. Он украл, а затем вернул мне. С чего это он вернул? Чтобы выкупить камни. Какие камни? Которые украл у меня. Драгоценности он тоже украл? Да, чтобы жениться на моей дочери. На Лизе! Нет, на Терезе! Я в жизни не видел вашей дочери Терезы. Потому что она не моя дочь. Ты въехал? Да. Ваша дочь не ваша дочь, а деньги, которые были драгоценностями, стали бельем. Молодец! Я такой! Осталось только во всем разобраться. Я вернулась? Какой сюрприз! Садитесь и ждите, вас вызовут. Телка вернулась. Кто, Нора? А это уже забегала, Тереза. Помните, босс, та, что не ваша дочь? Помаринуй ее, я кое-что потерял. Что? Вот такой саквояж. А, да вы не волнуйтесь, я вернул его шоферу Андервуда. Кому? Он привез ваш саквояж, босс, вы же сами звонили Брюсу. А, где был Эйнштейн? Кони, что ли? Кони, ты был здесь? Я не знал. Ну-ка, встаньте рядышком и потеснее. Ты... блин! Андервуд. Мистер Провалоне ждет вас в библиотеке. Кони, пошли. И вот он вернулся за последней порцией. А вы, болваны, говорили, что Щелкун начал честную жизнь.
Хватит трезвонить! Сейчас открою! Кто к нам пришел? Ну и кашу ты заварил, дружок. Слушай, Брюс, твой шофер взял не тот саквояж. Сделай что-нибудь. И быстро! Так, и чем могу служить? Мы можем поговорить наедине? Кони, за дверь. Разрешите мне быть тут, а то я все время что-то пропускаю. Ладно, оставайся, только захлопнись. А? Мистер Проволон, все пропало. Я совершила глупость. Да, я знаю, вы говорили. Речь не о том. Я порвала с Энтони. А я ведь люблю его одного. Вот теперь я слышу умные речи. Я искала его везде. Была у него дома, но его там нет. Где он может быть? Уверен, в данную секунду он ворует очередные 50 штук у босса. А сейчас, извините, меня ждут другие заботы. Я, вероятно, знаю, где он. Ну и где? Ближе, чем я думал. А пока будьте здесь и никуда не убегайте. С вас причитается, сестричка. Разве она не дочь? Захлопнись. Что, Энтони? Думал так просто водить меня за нос? Вы, может, забыли, мистер Проволон, и я дал вам деньги вместо камушков. А всучил мне белье, признавайся. Какое белье? Я знаю. Белье горничной. Кони, молчи. Опа! Я тебе никакой сумки больше не дам. Хватит с меня. Не понимаю, о чем вы говорите, но камушки ваши. Сколько же наглости в этом парне. Он, видите ли, дарит мне мою собственность. Эй, Кони, подержи. Ой, господи, дай сюда. Итак, ты отдаешь мне мои камушки. Да. Теперь мне не нужны даже самые лучшие бриллианты. Я потерял Терезу. Как говорит. Может, она еще появится. Скажите, что я люблю ее. И переживаю, что обидел. Тереза в моем кабинете. Она здесь? Вот именно, и без ума от тебя. О, Энтони, я очень виновата. Нет, 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 это только моя вина. Я открою. Возможно, это шофер Андервуд вернулся. Он откроет. Я Роксана, ваша новая прислуга. Здравствуйте. Не хочу показаться невежливым, но у меня назначена важная встреча. Садись, дорогуша. Постараюсь не задержать вас, мистер Проволоне. Вот мои рекомендации. Я делаю легкую домашнюю работу, немного готовлю. А при необходимости дверь сможешь открыть? Что ж, рекомендации хорошие. Роксана, давно работаешь горничной? Первую работу я получила у Джеймса Боннама. У прыгуна Джимми Боннама? Эй, Альдо, она работала на прыгуна Джимми. Ну, помнишь, такой нервный коротышка? А, да, конечно, он был славный мужик. Своих никогда не обижал. А помер когда? Его приговорили в 27-м. Что за штука жизнь? Я был водилой у прыгуна Джимми. Это моя первая работа в рэкете. Я имею в виду бизнес. Я помню, Щелкун. Кто ты? Рокси? Ты помнишь меня? Помню ли? Как я мог забыть? Ты была моей первой... Что ты скажешь? Ну и тесен мир! У нас все было очень серьезно. Ты потом исчезла. Почему? Ну, согласись, там были не лучшие условия для того, чтобы воспитывать ребенка. У тебя был ребенок? Она уже выросла, и думаю, что вскоре выйдет замуж. А, я очень рад за тебя, Рокси. Скажи, а кто жених? Очень милый юноша и хороший бухгалтер. Зарабатывает $2000 в месяц.
Ого! Это куча денег. Скажи, а его случайно зовут не Энтони Россано, а? Ты знаком с ним? Знаком? Мне кажется, я ни с кем так не знаком, как с ним. Подожди, значит, ты мать Терезы. Ты знаешь и Терезу? Конечно, она же моя дочка. Ты с самого начала все знал. Что все? Что ты и я, что мы... Врубаетесь, босс? Она родила от вас. Тереза действительно ваша дочь. Наконец-то все сошлось. Нет, нет, не может быть. Тебя это удивляет? За сегодняшнее утро я сильнее не удивлялся. Но, судя по твоим словам, ты это знал. Тереза говорила, что она моя дочь, но я не думал, что я ее папа. Я должна была признаться, пока отец не отправил меня в монастырь. Не надо, не плачь, все хорошо, хорошо. У нас сегодня все чувства вразрыв. Меня отправили в монастырь, и там родилась Тереза. Как сказал папа, я опозорила семью. Он просто старый болван. Я не хотела приходить сюда, потому что боялась, что ты будешь сердиться. Нет, Рокси, я не буду сердиться. Только не надо плакать. Анжела, кто эта женщина? Отвечай. Новая горничная. Ты обещал быть вежливым с прислугой, но не настолько же. Почему она плачет? Она счастлива, что будет работать у нас. Но это ненадолго. Пойдем. Я хочу тебе кое-кого показать. Кого? Нашу дочь. Тереза здесь? С чего это? Все началось с полдевятого. Захлопнись. Алло, сходи за ней. Тереза! Видишь, что тут творится? Мама? Что ты здесь делаешь? Беседую с твоим отцом. С отцом? Тебе пора узнать правду. Ты старшая дочь щелкуна Провалоне. Мистер Провалоне! О, мама! Теперь я и правда могу назвать вас папой. Только попробуй, сынок. Внимание! Мы хотим сделать объявление. Что такое, Лиза? Торнтон и я хотим пожениться. Альдо, тащи сюда шампанское, будем праздновать. Моя любимая. Мои любимые. Поздравляю, док. Проведете медовый где месяц? Ну, ты сказал, Кони, забыл, где должен быть главный член. Только надо закончить все поскорее. Я должен вернуться в офис и взять кредит. Вы в этом уверены, лейтенант? Эй, Туми, подойдите-ка сюда. Серьезные ребята прибыли. Шайка у Бенниона, голову даю на отсечение. Ну? Не похоже, чтобы нас ждали. Несмотря ни на что, сегодня замечательный день. Обе мои девочки выходят замуж. Что ты говоришь? Обе? София, моя милая, вот Тереза, моя дочка. Твоя дочка? Я и сам не знал. Это правда? Если она твоя дочь, то кто ее мать? Я мать. У тебя дочь от новой горничной? Прошу прощения. Мы, по-моему, не вовремя? Нет, господа. Проходите. А вот и шипучка, босс. Альдо, я поражен. Ты забыл, что сейчас сухой закон? Господа тебя не так поймут. Забыл. Откуда бы взялись деньги на дом? У нас гости, дружок. Что ты мелешь? А, это по случаю спуска новой яхты, безалкогольная. Согласитесь, сегодня трудно найти хорошую прислугу. Если вы не против, я займусь делами с этими господами.
Да. Звонок за ваш счет от мистера Чарли Пятерки. Вы готовы платить? Да, подключайте. Алло, это я, мистер... Вендетти. Ну что у тебя там, Пятерка? Вот это началось, мистер Вендетти. Как мы предполагали, четверо мужиков только что вошли к Щелкуну. Отлично, Пятерка, считай, что сотня твоя. А, сотня, спасибо, мистер, спасибо, мистер. Так и есть, он спутался с конкурентами. Все, пора действовать, выступаем немедленно. Сотня? Закажи пиццу, мы будем через час. У вас такой офис в центре? Красивая секретарша, телефон, прелестный вид на гавань. А также комната отдыха. Все как полагается. Все, кроме права голоса. Что? Дай-ка. Ну, мы решили, что вы будете выступать в качестве консультанта. Пока не освоитесь с нашими делами. Должность вроде частного советника. Поправьте, если я ошибаюсь. Вложенные мной деньги дают мне право голоса. Это же предусмотрено. Заявление мистера Провалоне подтверждается пунктом Б. А, это... Он также освобождает банк от любых обязательств. Да, если у мистера Провалоне... Если у мистера Провалоне что? Возникнут неприятности с законом. Не будем ходить вокруг да около. Мы все знаем его прошлое. Антони, кажется, они мне не доверяют. Из договора так следует. Стойте, мистер Провалоне. Это страховка как для вашей собственной безопасности, так и для нашей. От вас нужно только одно. Да. Подпись. Отлично! Руки поднять и не опускать! Стрелять в каждого, кто шевельнется. Лейтенант, какой приятный сюрприз! Еще бы. А я только сегодня утром говорил Софии, как давно мы не приглашали Думи на чай. Вы же не думаете, что мы как-то связаны с этими людьми? Он нам угрожал, мы здесь только поэтому. Вот именно, он угрожал нам оружием. Не трать порох, палец. Палец в фришете, боевик О'Беннона. Приятно смотреть, как работают твои мозги. Благодарю. А это, господа, известный бандит Сайерштейн по прозвищу Шила. Я бы попросил. Шила, щелкните. Взгляните, лейтенант. А, университетский клуб, клуб выпускников Гарварда, Республиканский национальный комитет. Минуточку. Городской совет коммерческих директоров, совет директоров городской торговой ассоциации, комитет финансовых советников штата, комитет за переизбрание Гувера, спортивный клуб из Сайда и два билета на полицейский бал. Или все это правда, или это самые грандиозные подделки, которые я видел. Я полагаю, вы удовлетворены, офицер. Эх, Туми, а ты меня убедил, что он палец в фришете. Все это непонятно. Почему Щелкун Провалоне встречается с четырьмя банкирами? Возможно, для забавы. Заткнись, Щелкун! Догадался! Саквояж! Живо, ребята! Все ищем саквояж! Не зря они таскали его туда-сюда весь день. В чем дело, Щелкун? Нервишки? Ричард, мы нашли его! Как я и предполагал. Похоже, через ваш банк, господа, наш мистер Провалоне отмывал свои деньги. И доказательства тут. Готовьте свои камеры, мальчики. Пусть начальство увидит, какой я молодец. Прочь с дороги! Ну что, Думи, не удалось отмыть? Я надеюсь, вы убедились, что бывает с теми, кто имеет дело с мошенником. Я мошенник? Вы приходите в мой дом со своими пунктами в идиотских договорах, чтобы вытянуть из меня деньги.
Да, я привык иметь дело с бандитами, бутлегерами, ворами, но вы, банкиры, страшнее их. За всю свою жизнь не слышал большего оскорбления. Услышите еще. Не удалось отмыть, да, Туми? А я и не знал, что ты любитель дамских трусиков. Туми, может быть, тебе подыщут работу по охране банков? Эй, проваливайте, болваны! Стремительность и натиск. Живым никто не уйдет. Торопись, Дуга! Вы живы, лейтенант? Ну-ка, освободите дорогу! Боже мой, мистер Вендетт! Знаешь, Туми, я... Итак, ребята, снимайте! Антони, мне понравилось, как ты сегодня держался. Спасибо, сэр. И я тебя назначаю финансовым директором Провалона Энтерпрайзес. Идет? Сэр, какая честь, папа! Мы вернулись в дело, мистер Провалона. Я больше не мистер Провалона, и теперь я для вас босс. Да, босс! Прости, папа, я сделал все, что мог. Ответьте, Лиза и Тереза, невесты Торнтона и Энтони. Берете ли вы их в законные супруги? Конечно. Конечно. Если у кого-то есть сомнения в правомерности совершаемого здесь обряда, то пусть говорит сейчас или хранит молчание навеки. Стойте! Кто вы, юноша? Я Оскар. Убрать его. И быстро. Сейчас сделаем. Итак, объявляю вас законными супругами. Вы можете поцеловаться. Конец фильма. Giorno sembra l'intorno in giro sta, meglio cucani per gli abieni, vita più nobile in non si dà. La 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 la
Razzo ripetere, lancio di pollici, a mio comando, tutto questa. Lancio di pollici, razzo ripetere, a mio comando, tutto questa. Ve la risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la 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 lera, col cavaliere, la 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 la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazze, vecchie fanciulle, quella parrucca, rosso la barba, quella sanguigna, prezzo il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, prezzo la barba, prezzo il biglietto. Figaro, 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 Figaro. Ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che cuore, una alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità. Figaro, son qua, ehi Figaro. Son qua, filo qua, filo là, filo qua, filo là, filo su, filo giù, filo su, filo giù. Prontissimo su come il polvere, sono affettato delle città, delle città, delle città, delle città, delle città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, a ti fortuna, a ti fortuna, a ti fortuna, non mi carrà, la 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 la, a ti fortuna, a ti fortuna, a ti fortuna, non mi carrà, sono il pacco della città, sono il pacco della città.